Следующее. Номер 306 в номер на лэмбо. Так, плюс синий хп. Уже хорошо. Неугнетворный даже троллинг. Два токена, потому что ломка и краш игры. Я не виноват. Игра поломалась. Сначала я игру поломал, потом игра меня поломала. Так вышло. Так, 22G2, D7LU. Компост и перлы. Мамины перлы. Мухи. Тирейд просто изумительный рейндж. Просто невероятный рейндж. Просто безумный рейндж. Дэмэдж говно, скорость говно, тирейд говно. Старт охуительный. Пошли скорее играть. Статы мечта. Статы румы тоже интересные. Так, а это рума. Так, ну-ка ладно. Черт с тобой. Тесак. Я не думаю, что мне он как-то в этой жизни поможет. Хочу ли я бегать за одной копейкой? Ебать, возможно, хочу. Фига, там скидка за 7. Скидка по скидке. Как мы любим. Скидка по скидке. Это я бы забрал, это уже была бы почти скидка, но нужен полет. Полета нету. Там нужен либо полет, либо две бомбы, да, или даже три бомбы надо, подожди. Там в сундуке тоже может что-то будет валяться. Даже может одной бомбы хватит. Или я могу это все закомпостить, тоже вариант. Если не будет бомб, то я это все в компост отправлю. Тоже будет польза в хозяйстве. Фонд мух и пауков пойдет, короче. Наверное, пока бомб ни одной нету. Окей. Случилось. Так и знал. Бля. Balls of steel. Стонкс. Ладно, давайте все съем. Блять, не стонкс. Сойдет. А BFF стакается с большими мухами, делает их еще больше. BFF, по-моему, ничего с мухами не делает, которые... Ну, которые мухи, как с компоста и типа гапи мухи. Это Hive Mind только делает. BFF работает на мух, которые типа всякие орбиталки мухи, всякие такие мухи мемные. Тех он вроде увеличивает. Там, по-моему, то же самое, что и Hive Mind, по-моему, делает, у них эффект, по-моему, одинаковый на фамильяров мух. Так, не было чиха. Какой такой чих? Господи, ужасный босс. Ужасная рума. Это реально ужасная рума. На мои статы. Какой приятный босс. Привет, бужик. Я бы умер, но у меня последний нахуй, поэтому я чит не играю. Не так аккуратно, как мог бы играть. При меньшем хп. Но рума пиздец говна. Тут какая-то боль. Надо рейнджом пользоваться, что я не использую свои рейндж преимущества. Надо бы. Скорость. Ну, хотя бы скорость пофиксили. Я не буду тратить ключ на потенциальную бомбу, чтобы взять скидку. Мне кажется, это того не стоит. Мне кажется, того вообще не стоит. Это довольно такой мерзотный старт.
Кроме хп ничего хорошего-то нету. Ну хотя бы хп есть, ладно. Без хп это было бы совсем печально. Бомб все еще нету. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Таблетки нет, у меня все еще есть тирдаун, который меня нахуй убьет, по-моему. Если я сейчас съем нечаянно тирдаун, это будет... Это, скорее всего, будет финал этого рана. Так что таблетки я больше пока не использую, наверное. Неопознанные. Редриц. Неспешный процесс. Если будут квад буду брать, с таким тирейтом точно нет. Значит, нет. Это будет слишком больно. Притворю. Ошибка. Господи, паук, три тычки. Кринж. Это лучше, чем компост. Это может быть лучше, чем компост. Это хотя бы халявная бомба раз в две румы. Так, я взорву тинтит, наверное, этой активкой. Не, это явно получше, да. Ну там мой ремоут, у него же там формула. С твоим уроном скелится. Не помню, что там за формула. Там, чем твой урон больше, тем и от ремоута больше толку. Соответственно. Рейсер. Конечно, маленько за скидку обидно, что мы ее не взяли. Кайф, то здесь возможно, то не здесь. Что будем искать? Тут точно нет. А тут где-нибудь здесь. Иди сюда. Во. Ну, по-моему, было далеко. Ближе, ближе. Вот, это может взорваться. Наверное, это бы взорвало. Это непонятно. Это опять было непонятно. А, точно было попадание. Окей. Магазином. Наверное, там справа или слева, в принципе, могло быть, по-моему.
Это первая, потому что вторая уже может будет. Снизу, наверное, могла быть. До этой румы. Давай. Штука. Бомбы 5 штук за 15, возможно, даже нормальное деловое предложение. Возможно, это неплохое предложение Найсрума. Мне по-любому нужна эта. Нужна бомба на босса. Который ремоут зарядить надо, короче. Такой чемпион, который с мухами, или который... Да, который вот такой. Что-то я его сразу не разгадал по цвету. Который это из... Шлем. Сливка. На. Бля, чё-то не сильно сливка ебанула. Думал, побольше уйдет. Типа треть хп. Пам-пам-пам. Будет, по-моему, самый долгий файт со сливкой в истории. Файтов со сливкой. Может, хватит уже эту хуйню делать. Смотрите, я знаю, но, типа, мне кажется, я не хочу видеть активку вместо нормального айтема с босса. С таким цветом, с таким дэмэджем. Мне кажется, я хочу нормальный айтем, а не... активную сливку. При всем уважении к активной сливке. Ну вот да. Типа уж вот это наподобие. Ох, какой байт на хардбрейк. Ну, видимо, да. Видимо, да. Увы. Опять кошка скрылась. Хардбрейк. Хардбрейк. Ну ладно. Хоть какой-то дэмэдж, какой-то тирейт. Немного пофиксили. Чё-то костры не потушил. Ленивая жопа. О! Плюс... мы в плюсе. Там еще один заряд будет ремоутом. Можно вторую попробовать найти эту секретку. Вторая секретка. Либо там слева снизу, либо где-то справа. Поверишь, это здесь. Это не здесь. Это было скорее, наверное, слева снизу. Один. So how are we doing, John, on this new morning? THF Shake. THF Shake. Привет, Гудервар. Спасибо за 8 месяцев. Ну, DPS up. Еще один DPS up. Хардбрейк — это кошка для бомжей? Нет, это совсем не кошка для бомжей. Ну там типа сколько тебе тычек? 4? 5 лишних. Но при этом ты умираешь потом навсегда сразу. А кошка там типа можно хп фармить, можно нормально жить с кошкой. Ты
Типа, если ты теряешь хп, то тебе, скорее всего, будет пизда скоро. Рано или поздно. Потому что эти хп потом сложно чинить. Прям крайне сложно. Ну да, то есть кошка такая себе. Ах ты псина, здесь не будет, да, пролета из-за этого камня странного с бомбой. Наебалово. Опять нас наебали, получается. Обидно. Так 5. За 5? За 5. Так 5 за 5 было бы славно. Было бы приятно. Я, наверное, попробую еще раз взять так 5. 5 будет хорошая прибавка к билду. Если как-то я его быстро там дабл трабл. Там дабл трабл. Дабл трабл, катакомбы 1. Что там может быть? Ничего сильно плохого, наверное, там быть не может. Два павука, ну и насрать. Не прыгайте! Бля, один прыгнул. Обидно. А? Гидеон. Вот это был бы поворот. Опять звук. Хорошо. Крампус так крампус. Без крампуса мы никуда. Так, я все же надеюсь, что будет уголь. Было бы сильно хорошо, если будет уголь. Хотя, в принципе, и голова крампуса лучше, чем эта бомба, наверное. Так что тут меня оба варианта устроят, так или иначе. Полагаю. Давай, голова. Голова норм. Голова реально норм. Все-таки, мне кажется, это более удобная хрень, особенно для боссов. Проще будет использовать. А дальше 3 копейки. Я не хочу ради потенциального Т5 взрывать автомат. Я уже меньше вебика, это правда. Ну, примерно на одном уровне. Я уже себя... Причем кофеин, по-моему, хитбокс не меняет. Вот бинки, по-моему, уменьшают хитбокс, а кофеин, по-моему, официально как бы ничего не делает с хитбоксом. По-моему. Хотя он тоже, по идее, уменьшение. Он какой-то странный. Визуально вроде меньше, а по факту, по-моему, не меньше. Потому что я помню, я это тестил в Afterburst Plus. И там, если ты 4 раза себя уменьшал, ты мог, типа, бомбой, с одной бомбой мог улететь в Black Market из Crawl Space за 4 уменьшения размера. И кофеин пил, короче, не срабатывал там. Он не считался за уменьшение. Вариант. Это можно сделать получше. Когда я перезайду. Считай инкуб почти с таким дэмэджем. Даже лучше, возможно, инкуба. Ладно, может чуть хуже инкуба. Это, по-моему, 3-5 дэмэдж. Хоп. Хоп. Все. Теперь идеально. Тут. Естественно. Тут нету... К Кёрсу можно сходить. Причем, подожди, а если у меня был бы сейчас King Baby, как бы это работало? Стоп. King Baby... С этим тринкетом. Или King Baby оверратил бы тринкет.
Интересно. Что-то я не помню, как это работает. Ну, возможно, да, возможно, King Baby будет просто плевать на Trinket. А так, возможно, у меня был бы типа хоминг, но при этом Челик бы стрелял бы со мной вместе. Это было бы очень клево, если бы это было бы так. Теперь я это смог забрать. Это было бы неплохо. Но, увы. Это мы не проверим. Бам. Но это все-таки надо получше будет, сорян. Это все же будет получше. В теории могу найти второй тринкет слот. Возможно. Смотрим. Так, что у меня Ера, если Ера. Ера, что с Ера сделать? Что можно с Ерой придумать интересного? Может быть ничего? Типа Ера, очевидно, в Даркруме будет забавно. Там 8 сделок можно почекать. По приколу. Но до Даркрума нам еще как до Луны. Ебать, золотой. Кайф. 4 хп. У меня будет все одно, потому что 3 поломанных. Пока не интересно вроде. Тирзап. Кайф. Шот спит, правда? Ну, шот спит, ладно, шот спит, не страшно. Так, ну я могу тогда точно пойти сюда. Вообще без вопросов. Первая гэпи часть, да? Ну, я на дьяволах, и я в Даркруму, так что, наверное... Ладно. Сундуками Еру, да? Ну нахуй. Смысл. Это ебаный, по-моему, выезд. Можно получше придумать варианты. Там айтемы не гарантированы. Плюс ключи тратить. Которые еще могут пригодиться. Как мне здесь? Печально. Очевидно, Еру мы жмем на вайлдкарту. Элова. Только я вайлдкарту вижу раз в квартал. И по-моему, я уже видел вайлдкарту недавно. Вряд ли мы ее найдем. А! Господи, лабиринты. Сложно. Лабиринты максимально сложные. Ну, на тебя я точно не нажимаю, Еру. У меня хп там еще валяется пиджейс. В запасе, так что зачем? Пам-пам-пам. Радовать. В принципе, можно. Почему нет? Можно для разнообразия. Я прям под тычку встал. Но опять же. Мне ли не пох. 4 синих. 4 синих все еще меня ждут. Если я про них не забуду. Стараюсь не забыть. Я думаю, я не забуду. Держи. Шлюпка. Кстати, шлюпка нормально прокается. Только надо найти чем. У меня всего одно красное, тем более. Я опять же на дьяволах. Так, я задолжил этому руму. Все же, наверное, нет. У меня не такой плохой тирейт, и я не хочу мультиплеер дэмэджа вниз до конца рана мерзко получать. Скорость тоже есть. Скорости не было еще, возможно, если не было бы скорости, может, я бы на это пошел.
С такой скоростью, по-моему, тоже не хочу. Тут может быть секретка первая, нет? Может быть. Ну, выходит, это все, да? Так, забираем PJs. Это будет full health. Псевдо, без 3 хп. 9 хп лимит. Ну, нормально. Больше вроде и не надо. Чисто в теории даже могу сделать больше поломных сердец, чтобы было больше дэмэдж, но... Это уже какое-то, по-моему, безумие. Этого делать, наверное, не стоит. Мухи. В гапе не верят? Может, не зря не верят. Может быть, они что-то знают. В этой игре чего не знают, чего не знаем мы. Может быть, они не верят, что я нажму Еру в Даркруме и там найду 5 частей гапи. На одном этаже. Может, они даже в это не верят. Но ведь так оно и будет, скорее всего. Не здесь ли случаем? Что здесь? Пины? Пины? Нету пинов, нет. Слава богу. Была бы забавная рума. Я же говорю, гриб реально был не нужен. Вот вообще не нужен. Ужасная сделка. Блин, я не хочу в хору прокать таким говняным айтемом. Я не буду этого делать. В пизду. Да в хору я активирую и так. Тут, блядь, сейчас в игре столько всякой хуйни вообще. Обо что можно в хору активировать? Активируем потом. У меня ж хп-то мало синего. Потому что у меня хардбрейк это странный. У меня хп ограничивает, так что потом, типа потом брать сделки на синий хп, это будет ебаная боль. В общем-то. О, бэкстейбер, я еще, по-моему, не видел новый бэкстейбер. Кстати, после патча. Его же бафнули. Причем, походу, его так нехерово бафнули, по ощущениям. И забавный эффект его. Поменяли? Короче... Пытаюсь вспомнить. Сейчас, короче, вот эффект работает на всех, на боссов, на врагов, и типа, чем быстрее враги бегут, тем больше они текут. Чё-то такое. И это от их скорости зависит, типа, от их максимальной скорости. Там отдельного врага или босса, типа, чем они быстрее двигаются во время этого эффекта, тем они больше получают урона. И там реально с виду довольно жестко прокают порой. Так что забавная хрень. Вон Ларри просто умирает. Ебать, слушай, реально походу теперь бэксейбер охуенает он. Стоп. Это чё за грязь? Ларри просто исчез. За пару секунд вон. Нет, я не верю. Я просто не верю. Теперь что, нужно брать бэкстейбер? Подожди, а он вообще есть на сделке? Я не помню. Бэкстейбер. Нету, да ведь? Надеюсь, его нету на сделке. Я ж не хочу думать о том, что надо брать бэкстейбер на сделке. Это ж нахуй так жить. А еще я заблудился. Не, нет, там другой бэкстейбер, там который битроял. Из той же тематики. Но не бэкстейбер.
Так, я маленько просрал все ключи. Типичный гапи хвост момент. Так, а нынче можно воровать сделки, если ты нажал типа плюс хп на одно хп? Чё-то я не помню. Раньше так вроде воровать было нельзя, вот плюс. Сейчас вроде говорили, что типа можно. Что, мол, экстра хп тебе игра засчитывает, и ты его не теряешь. Тогда, возможно, я квартир могу украсть по фану. Наверное, я так могу сделать. Так, а я видел магаз? Нет, не видел. Вот магаз. Хотите донатить? Да встань ты как человек нормальный, господи. Деньги кончились. Wait. У меня деньги закончились, я понял. Я все понял. Ясно. Ты... Ну. Вообще ничего. Еще ключи. Окей. Так, а что у меня было? У меня была Ера. Еру надо забрать, не забыть. Ой, я съел. О, я съел рог. Ура. Блять. Не, норма. Ау! Уйди от меня. Не, ну бэкстабер хорош. Реально хорош. Карты. Давайте проверять. Типа нажал, взял. Да. Да, хп осталось. Раньше бы его бы не было. Раньше его бы, по-моему, отобрали бы. Прикольно. Прикольно. Шлюха не активна. Да шлюху еще успеем активировать, господи. Шлюха пока не нужна. Еру надо забрать, не забыть. Еру забрать, не забыть. Там еще можно в автомат денег закинуть. Дэмэдж взять можно, тоже кайф. Еру забрали. Еру забрали. Шли, еще автомат починим. Пока нам такую дают возможность. Было почти конец. Так, ключ еще купить можно. Дриха кринж. Много. Ера на базе. Unknown. Там в курсе бесплатно можно принести не хп. А я в курсе не был. Я просто уже не помню. Ну, возможно, не был. Тогда мой косяк. Просто уже забыл. Тут пошел спидап. Немножко можно было бы, да. Даже, может быть, не отказался бы. Слегка его бафнуть. Книжка номер один. Привет. Как у них скорость высчитывается? Учитывая, что они типа формально не перемещаются. То есть... Телепортируется. Призрак. Он фиршот дает говняный. Ненавижу фиршот. Не хочу.
Без него переживем. Но он умрет. Нет? Не умрет. Живучая падла. Копичек. Гапи. Гапи нету. Редкий вор. Рили кринж. Опа. Стой! Ока. Не успел. Уф. Так, я же второго не видел, да, челика? Второго гряда вроде я еще не видал. Пойди в магазин, будет как назло. Так, голову включили, найс. Вовремя. Нормальные сундуки. Почти в каждом по ключу. А! Да! Аккуратно. Так, я экономлю ключи. С гапи хвостом. А, ну и хрень. Что это, блядь, за магаза? Уйди. Пульп в магазин. Очень даже может быть. Нет. Не гульп. Золотые. Золотые пиздюки. Это забрать. Ну, получается, это все. Поехали. Красная мать, не среагировал. Как ее забэкстеберить? Никак? Видимо, никак. Или там был эффект? Я не видел. Вернее, не слышал. Хорошо. Нам вниз. Это фулл хп. Это радует. А вот то, что нет сделки, это не радует. Утиро один. Без проклятий. Так, в Кёрсу пока я, по-моему, не хочу. 2 хп терять это много. Hello, Shader. Терскап без одной сотой. Хорошо. Еще нужна одна сотая, чтобы был терскап. Почти. Почти получилось. Боже мой. Так. Ну, мне в хору надо прокнуть все равно, правильно. Кстати, что-то в хора реально не прокнулось. Удивительно. Я был уверен, что типа я что-то смогу найти. За два этажа или даже за один этаж. Ни хера подобного. В хоры тупо нету. Игра решает сегодня меня троллить. Типа реально, ты все равно находишь либо там автомат, либо бомжа, либо еще какую-нибудь хуйню. На сделку я забуду про Еру. Надо сначала Еру где-то оставить перед боссом, потом взять лоста. И на самом деле мне, возможно, лост не нужен.
типа, даже от этого будет зависеть, какая будет сделка. Потому что мне надо в хору пропать. Что я DPS теряю. Пустую. Но я возьму с собой ласа все равно, на всякий случай. Если она будет, она должна быть. Здравствуй, симфани. Добрый день! Ау. Темно. Я не хотел это вот. О! 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 Наконец-то, господи. Случилось чудо. Хора активирована. Все, огонь. Так, все, Еру дропаем здесь. Ты не выкидываем, это хорошая тема. Пши золотом. У меня сердечный приступ, у меня нет. У меня технологии NVIDIA. Высокие технологии NVIDIA. Что за золотое сердце? При его потере ты получаешь деньги. Если трогаешь врага на золотое ХП, то получаешь эффект Мэйда Стача. Такие приколы. Вау, сделка реально есть. Вау. А, ну, наверное, все-таки я просто беру и просто сюда ухожу. Мне кажется, мне не особо нужно дуалити. Тут вроде вот вообще не особо мне прям надо дуалити. Кошка, ты что, опять машину услышала? Ко второму бомбе у ангела был сакрет. Я не был никого там сакрета. Там даже не было ангела, потому что я не взял дуалить. Все обманывать. Почти нормально получилось. Тихо. Так. А, не надо, не надо. Уберите это от меня. Господи, каждый день эту карту все равно вижу, она заебала меня уже. Просто каждый день. Вот чё, однажды я нечаянно ее нажму. По дурости. Точно ведь нажму. Ты псина! Ладно, я сам виноват. Так, сейчас проверим, что это. Queen of Hearts. Пока прейндж даун, окей. Понял. Так, что здесь? Сало. Это, наверное, не надо. Или надо? Вообще, может, надо, конечно, но что-то, блин. На Дархова может пригодиться, с другой стороны. Там еще у меня 8 сделок будет в теории. И, типа, брать их все на синих хп, это довольно будет тяжело, наверное, делать. Лярд? Лярд это не сало, разве? Я даже не помню. По-моему, это сало. Сало звучит приятнее, чем лард. Тинтит. П.
Плюс 0.01. Стонкс. И плюс 3 хп. Это точно. Так, я точно иду в Кёрсруму. Так, не взорви только кашку. Осторожно. Максимально осторожно. Почти. Нормально. 42.5 не пошло, я понял. Здравствуй, дед. Здравствуй, дедушка. Ну, в Кёрсу мы явно идем. Блин, это что, правда, что ли, будет гапи? Реально, у меня один хвост и все, да? И кроме хвоста я больше пока ничего не видел. Шок. Как же так? Как же так получается? Второй грипт. Ладно. Денег миллион. Опять. Я не буду фармить этого ублюдка зеленого. Бля, или буду. А может буду, подожди. О! Это даст что-нибудь? О, даст. Retro. Даст. Хорошо. Ну ладно, давай. Ну хотя, блядь, вот этот фарм еще неудобно. Надо туда подходить прям. Через шипы еще походить надо. Ой, да. Неважно. Просто неважно. Я не хочу. Не хочу и не буду я это фармить. Пофармил, но чуть-чуть. Немножко. Была попытка фарма, окей? Попытка все равно должна быть засчитана. Фарм будет в другой раз. Жирок, жирок? Да, наверное, нет. Я думаю, все-таки не буду его брать. Все-таки в хору терять неохота, а в хору это DPS. Все-таки жалко будет его терять. Вот мальчика можно пофармить прямо перед боссом, можно забрать хелсап, если он даст хелсап, кстати. Вот это, возможно, вариант. Скорости, да, тоже не хватает 0.01. Так и с тиры там. Короче, мальчика вот можно реально зафармить. Там я заберу хелсап перед Даркрумой, потому что я там наверняка хп солью. За 8-то айтемов. Кого можно заролить? Там двойка была вроде не сильно мемная. Там была двойка, да ведь? Или что там было? Или там была четверка? Возможно, не вкупил. А была четверка, окей. Тогда можно заролить. Нет! Нет. Глупый мальчик. Не, ну это не роли, я это забираю. Что-нибудь другое, может, паролем? Может, что-то другое паролем. Ау! Больно. Зачем больно? Ну-ка. Бафомет имба. Это точно берется. Это забавная хрень. Типа, если он будет давать пауков, я могу убить паука и сыграть один раз бесплатно. Ну это прям... Это прям жесткая тема. Это можно фармить, просто очень сложно. Типа, хопа. Блять. Какой фарм. Какой фарм? А, да, айтем говно. Айтем неинтересный. Ладно. Ладно. Это слишком долго и слишком там айтем говно. Ну хотя можно было паролить, да. Можно было паролить эту айтем. О, тут тоже можно паролить айтем. О, ты же паролишь в пул этого. В пул секретки паролишь. Да ведь в этой руме? Явно. Опа.
Ну-ка, погоди, деньги. Деньги пригодились, смотри. Бля! На, нормально. Чё страшного? Даже нормально, на самом деле, можно тут пофармить маленько. Бет-трип, ага. Удача, ага. Еще удача, окей. What the fuck? Сколько там удачи было? Недурно. Возьму капец часть сертификата. Бля. Гребаные ставки. Я не хочу брать сертификата часть гапи так-то. Зачем? Ну посмотрим. Всё. Ретровижн. Опа! Кайф! Реально кайф. Так, ну, идеально. Тут уже два этому на робот. Просто, просто идеальный фарм. По-моему, идеально получилось. О, бэкстейпер пошел уже. Бэкстейпер реально трахает просто жесть теперь. Офигеть, они его бафнули. Насколько сильно они его бафнули. Просто грязь. Сука, он дэм уже делает. Так, я там две румы скипнул, но это не страшно. И это не страшно. Понерфить? Да я думаю, вряд ли понерфить. Я полагаю, это была такая идея. Мальчика фармить? Не, мальчика... Не. Не, это уже долго, я не хочу не заниматься. Он бывает порокает по, блядь, по полдня. Слишком долго. Не хочу. В хору прокнул, я вряд ли хп не солью. Бля! У меня палец соскочил. А, блядь! Я не хотел этого делать. Я правда не хотел этого делать. Сука. Я просто рукой двинул и попал на эту странную кнопку. Твою мать. Как обидно. Бля. Я же... Да, я, по-моему, еще не зарулил. Обидно. Закончится? Нет. Потому что я юзаю шумодав, чтобы не было музыки в водах. Минус уши никогда не закончится в жизни. Это с нами навсегда. За красных? Нет. Я правда нечаянно. Давай. Ой, да... Успел. Ладно. Ладно, есть телепорт на Darkroom. Но я все еще могу наролить D-сертификат. Секретки. Какая просьба? Куда я пошел?
Тут Гапи. Нет, Гапи. Пара-па-па-па-пам. Скажи потом пингвину, что тоже сдавал трекеры в игру фуллскрин. Запилил. Окей. Четыре роли айтемы на экране. Да, я помню про секретку. Все, все я помню. Блядь, не расстройство. Так, может, соберем Гапи? Это не Гапи. Это не Гапи. Это не Гапи. Это не Гапи. Ну, видимо, не соберем. Ну что ж поделаешь. И это не Левиафан. Это не Левиафан. И это не похоже на хороший телепорт. Ладно, идите чекать сид. Проверяйте, было там Гапи или нет. Я думаю, там Гапи не было. Да не было там Гапи. Стоп, тут может быть Гапи. Подождите. Тут кошку дают. Только я хер убью, наверное, этого идиота последним. Тут сложно. В условиях. Тихо. Да говорю, успокойся. Если будет обала вернешь. Формально, чем можно ставку, наверное, отменить? Все-таки тут реально вышло некрасиво. И вот еще одна часть гад. Ну третий не будет, третью негде высрать уже, наверное. Только если будет Квин Джокер и что-нибудь наподобие. И вы вряд ли сможете проверить, потому что надо, типа, чтобы у вас были все те же айтемы. Надо, короче, сид полностью перепроходить. Типа все этажи проходить, все сделки смотреть, и также брать, что я взял. Чтобы были айтемы одинаковые с Ерой. Так что... ладно. Забейте. Просто сегодня вам не повезло. Забавный... синергия. Ты куда знаешь, что тебе выпадет, я... ничего не знаю. В смысле... Я знаю, потому что я уже сид прошел. Поэтому я знаю. Я говорю, чтобы сид проверить, надо все делать то же самое, что я делал в сиде. Это долго и сложно. Чтобы типа Еру проверить, что она здесь давала. А че я, кстати, в хору-то не активирую? Я троллю. Давайте полет возьму. А, с мини-боссом там, да, там дробы фиксированы. Там либо кошка, либо ключ падает. Розового челика. Дамаг-то будет лишь нормальный дамаг. Разве плохой дамаг? Вроде норм. О! Кринжоинт.
Давайте кринжоин сделаем. Ура. Кринжоин гет. А где вторая секретка? Эх. Не гапи часть. Мог быть Йокер. Йокера тоже нет. Это тоже не гапи. Как же Бафомет жестко сейвит. Также много глаз. Поп мешает? Да не поймешь. Но может быть DPS стало меньше. А то смешно. Зато Void нет. Void я точно не еду. Точно не Void. Окей. Okay. GG.